Ну, в принципе, это понятно, но или нет? Down without a word.
Thank you.
остров. И на этом острове жил себе змей. Змей имел ноги и бродил по острову, да, такой змей с ногами. На этом острове была тоже женщина и мужчина. Очень мудрые люди, но счастливые. Однажды вечером змей ходил по острову и что-то бормотал. Женщину и заговорил к ней. И так они стали друзьями. А женщине сразу понравился змей, потому что он своими длинным язычком, как вот таким гайком из змеиных уст, что-то такую штучку так делал. И после этого ей надоел мужчина. Что бы ни случилось, всегда был такой. Thank you.
Вообще потерялся. Сейчас будем на польский что-то. Это вообще почти то же самое. Если я выучил немножко по-русски, тогда будет очень латво попробовать понимать, о чем я пою. Thank you.
Zapomniałem, że zapłonić jest prościej. Więc nie chcąc patrzeć na tych, co prą do przodu, pchną zazdrośnie. Obmieniam się inaczej. Romans na wybierze, ich sam tutaj skona. Romans na wybierze, ich wierności sam. Сделаем еще, а потом погуляем вместе. Спасибо. Boom, 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 boom
Thank you.
Thank you.
jesteśmy sami. I słodkiej nie ma wśród nas. Wygląda na pomocą oczu moich, patrzy, nie ma jej to, nie ma jej zna.
еще не сказал, кто играет, да? Вот этот молодой человек с Германии приехал. Мне нравится играть. Расскажи, скажи. Это все, что ты скажешь. Флориан Мюнц. Вот этот красавчик на барабанах. Мы уже работаем где-то. Второй концерт вместе играем. Очень-очень приятный парень. Грегорж Масовский. А этот с бородой... Что сказал, да? Потому что у вас ударение такое, что охренеть можно на русском языке. С бородой, да? Да, спасибо. Мы с ним уже несколько концертов сделали вместе. Я когда в Дании преподавал для студентов, подсмотрел его, когда он играл, и сказал: давай, ты сейчас мой друг навсегда. Мариуш Прошневский. И вот я, Грегорж Карнис.
Так что, пора спать, да? Нет. Сколько сейчас уже? Будет 2 часа ночи? 10. Thank you.
последняя песня, последний кусок. Треба напитись, що це. Thank you.
Укладом он уже побежал. Yeah.